Здорово, ну что, давай с тобой дальше проходить. Идем про. Не, зашкайтал. Так, все. Продолжить. Так. Ну, если сказать, здесь чуля одна выжила внезапно. Существа мощные когти и клыки из огрубелой неопознанной ткани. Два резца сильно деформированы и обесцвечены. Выглядит инородно. Окружающее существо мембрана берет начало у него во рту. Кровь ни на что не похожа. Теперь посмотрю на жидкости под ультрафиолетом. Эй, дать совет? Ты упустил шанс. Да, но дело в том, что демоны не любят солнечный свет. Так что ты лучше поаккуратней с этой лампой. Я сказал тихо. Ой. Стоять! Колчик, это вы? Сбежал. Ах ты. Блядь. Блядь, что в глаз попало? Ведет наружу. Вдруг сможем подключить радио и послать соц. Попробуй. Шансов мало. Мы даже не знаем, есть ли наверху работающий передатчик. Но куда-то же эти провода идут? Думаешь, пашут? Ну, похоже, просто зацепились. Что-то мне не хочется туда лишнего. Кто это? Какого хера? Чё вы? Бля, вали его нахуй. Бля, чё вы? Это я! Блять, они, получается, заражаются. Ебать. Боже мой. У нас есть оружие ультрафиолет. Шевелись. Здесь опасно. А ты-то как выжила, интересно?
Не знала, что ты... Дерусь? Да, я тоже. Что это было? Не знаю. Но она здесь не одна. Где ты была? Одна из этих тварей схватила меня и притащила сюда умирать. Блять. И это еще мягко сказано. Меня спасло чудо. Ты с ученым говоришь. Чудес не бывает. Лучше скажи спасибо за помощь. Так. Я благодарна. Спасибо. Семперфай. Надо выбраться из этой дыры. Что-то какая-то бледная, она может тоже, бля, мутирует. Здесь может, ты пряталась? Посветить. Оружие есть? Я не мешаю? Мне нужны батарейки для фонаря. Могла бы и спросить, что не пришло в голову. Сильно болит? Да. Сильно. Можешь не дергаться? Я тебе рада. Ну, пожалуй, я тебе тоже. Чё, вспоминаешь? Я видела такое в домах пастухов. Они явно давно живут в этой долине. Есть путь. Но он нам не по зубам. Не влезем. Зацепиться не за что. Найдем способ. Как знала, что ты так скажешь? Я ходила на альпинизм. Я нас вытащу. Что тебя насмешило? Это не место, а пиздец. Нам всем пиздец, у нас нет шансов. Не смешно? Так, не надо мне этого. Я выберусь, если тоже хочешь. Не отставай. Пошли ходоки. Ты как? Сейчас, минуту. Ладно, не умрем. Это не точно. Ох, ну и вид у тебя. Вот спасибо, Рэйчел. Не думала мотивационные лекции вести. Серьезно, все хорошо? Отлично. Только тупее вопросов я в своей жизни не слышала. Она заражена, блядь. Что, решила устроить мне бойкот? Сейчас лучше сосредоточиться на выживании. Понятно, почему тебя зовут Альфа с сукой. А главное, ты даже не видишь. Чего не вижу? Ты от всех закрыта. Вокруг тебя каменная стена. Нет, даже не стена, а гора. Скажи, Рэйчел, за ней хоть есть кто-то живой? Альфа с сукой быть сложно. Думаешь, я добилась всего улыбкой и добрым словом? А я-то думала, ЦРУшникам все на блюдечки приносят. Блюдечки? Да я жопу рвала. Думаешь, мне есть дело до кличек? Да для меня это сраный знак почета. Мне столько говна пришлось разгрести, чтобы выйти на этот уровень. Да? Интересно, что за уровень? Ну, если честно, это еще одна куча говна.
Мы с тобой вообще похожи. Стремились к цели и делали все, чтобы ее достичь. Это нормально. Нормально. Бля, она превращается. Клариса, что с тобой сделали? Рэйчел, не бросай меня здесь одну! Так. Хорошо, я здесь. Обещай, что не бросишь. Так. Да. Не брошу. Обещаю. А потом и бросим. Мне, что с тобой сделали? Наверху есть лекарства. Они помогут, но надо спешить. Ну! Веревка порвется. Стой! Ты правда веришь, что лекарства помогут? Мы слишком мало о них знаем. Не надо, Рэйчел. Мне-то не гони. Шансов мало. От правды не легче. Если вдруг я... Так. Превращусь. Просто убей меня. Превратишься. И будешь уже не ты. Давай поможем. Может, лучше не стоит? В смысле? Давай уже! Я не смогу. Давай попробуем. Посмотрим, где что будет. Где папа и баба, что спасла меня? Ты справишься, Клариса. Не опускай руки! Тебе и так досталось. Застрянешь со мной, тебе конец. Сдалась. Ну хоть сама. Так, осталось позже, что они опасности. Так, сейчас кто будет? Ник.
вижу, что лезут, но слышу. Похоже, им там намного веселее, чем нам здесь. Прием. Пока развлекаются без нас, я спокоен. На камерах внутри ничего. Прием. Не зевай. Так. Табличка. Смотрим. Бля, кто нам шею ломает? Так. Нахуй, значит, не вступаем в бой. Тогда шея у нас целая. Смотрю. Умные черти. Тут ложное место раскопок для грабителей. Знали, что здесь их ждет нечто особенное. Пока чисто. Если полезут, то я думаю, что, скорее всего, из разлома. Если? Приступ оптимизма, лейтенант? Слышь, полковник бы и жопу потерял, не будь она приделана. Видишь нашего пропавшего друга? Салима? Не, не вижу. Мы ничего не знаем о нашем противнике. И мы прямо посреди его территории. Хреново дело. Не знаю, как надолго их задержат эти двери. Радио наш шанс. Сейчас починим, позовем подмогу. Сравняем счет. Если тут и есть передатчик, диапазон ограничен. Ну, хотя бы в одном Эрик сегодня не облажался. Поддержка с воздуха? Хвала Всевышнему. Если отправим сигнал, наши птички могут его поймать. Конечно, надо будет как-то до них добраться. Всему свое время. Так, там что? А, это табличка, мы же ее уже сотрели. Ну что ты, блядь? Да, дойти. И об их находках никто не узнал. Они так и остались под землей. Господи, что это упало такое?
соседи, наверное, падают там. Вампиры. Я так и знал. А. Минотавр? Почему Минотавр? Так, и что мне делать? А, так это я уже смотрел. Все, наверное, уходить надо отсюда. Или что? Что там за цели? Где рацию? Так я же находил, господи. Что за бред? Ну-ка, там что? О, там что-то есть. Декабря. Состояние Мэри ухудшается. Этим вечером я очнулся от изможденного оцепенения и обнаружил, что леди Брэдшоу снова мучает мою жену своими чертовыми вопросами. Мэри что-то пробормотала о крылатых демонах. Тогда глаза Брэдшоу загорелись, и она спросила Мэри, ощущает ли она их прямо сейчас. Охваченная делирием, моя жена бросилась на Брэдшоу и впилась ногтями ей в грудь. Брэдшоу поспешила удалиться, и спустя некоторое время мне удалось успокоить Мэри. Так, сюда не поднимется, да? Давай, пожалуйста. Все, все верно. Мне нужна помощь, чтобы его наладить. Похоже, это саботаж. Зачем им это? Какая теперь разница? Увидите, что отступайте. Там безопаснее. Молодцом, сержант. Эти штуки тебя убьют. Курение сейчас не главная угроза моей жизни. Бля, куда я зажигалку дел? Чего? Ничего. Он понял, блядь. Так, Эрик догадался, что Рэйчел сначала с Ником. Сука. Ну, Эрик, надеюсь, не будет такой мстивой прям, ну, типа, ладно, вы же идите, идите нахуй. Даже без передатчика радио ловит всякую хрень. Просто помехи. Почини передатчик. Если наладим сигнал и свяжемся с ЦКВС, будем на шаг ближе к дому. Ну, не знаю. Я не техник. Вот был бы Мёрган, он бы смог. Ясен хер. Что поделать? Так, что?
Так, Сэм сбежал от американцев и вернулся Таро. الكلاب يطلبوا حماية. ما نقدرش نسيبهم يجمدوا. لا لا. احنا محتاجين الكلاب دول لنخرج من هنا. اتجننت. دول على الديوانة. انت ما شفتش الغول؟ في غول هناك. هو ده العدو الحقيقي. سليم. جننت. اسمعني أرجوك اسمعني. قتلوا الأمريكان كانوا هيقتلوننا. اسمعني أنا شفت غول بعناية دول وقتلت واحد. اخلص وامشي ورايا. أنت سامعني خالص؟ لا أنت اسمعني دلوقتي. بل شو زي ديبيوت ناخوي. يما خليك هنا وتعفن. اختار. الله يلعنك وحيتل نفسك. انا هقعد هنا. Мне нужно время. Сука. Полковник, вернитесь в храм. Я остаюсь. Следите по камерам, чтобы нас не обошли. Я справлюсь. Лейтенант, я. Справлюсь, говорю. Ну! Бля, сейчас в заложники возьму. Сука. Блять, это дар, это... Это экшон. Не могу прицелиться. Да, блядь, как промахнулся. Продвигаемся в храм! Вперед!
блядь. Навались давай! Скорей! Я не вижу иракцев. Там сидят, если не тупые. Сейчас здесь будет жарко. Стой! Рэйчел? Рэйчел? Ты жива? Не веришь, солдат? Где Эрик? Рэйч. Прошу, прости меня. Ты следовал протоколу. У тебя не было другого выхода. Не будем об этом. Мы бы оба погибли. Ты должна понять. Без обид. Это ведь он? Ты не самый умный парень, Ник, но даже ты понимаешь, о чем я. Ты с ним трахаешься, да? Че, это все? Хватит! Я знаю, это он, Рэйч. Знаю. Лучше остынь, пока я сдачи не дал. Плевать мне, что ты полковник. Нет, Ник. Я пыталась ждать, Эрик. Правда, мне жаль. Всегда верны. Всегда верны? Но веревку ты обрезал. Рад тебя видеть. Думал, ты мертва. Кто еще выбрался? Мало кто. Мервин мертв. Да. Достали Джоуи. Кларису. Что такое? Так. Кларису заразили. Эти монстры как-то попали внутрь нее. Я не могла рисковать. Пришлось ее оставить. То есть Клариса все еще где-то там? Это уже не Клариса. Она обратилась у меня на глазах. Верю. С Джоуи то же самое. Пушка. Каждый выстрел на счету. Так, отступаем к храму! Да ну нахуй! Нам нужен генератор! Без него ослепнем! Помогите! Ни одну тварь нельзя пропустить! Они уже внутри! Значит, больше не впускай! Даже по приглашению! Так. Здесь заминировано? Недостаточно. Надо не забывать, что там по картинке, то есть пост, она сдохла. На минах. И чё это? Эрик. Надо срочно врубить генератор, иначе жопа! Суки лезут внутрь! Не выдержит! Это наш дом!
Так, долбим, долбим. Еще хуже крыс. Чё за замедление внезапное, Рэйчел? А типа сейчас я должен буду кнопочки нажимать. Ёбаный. Тупая куча говна. Возражений нет? А лампу что не забрали? А не, он забрал, он на поясе у него. Они прорывают периметр. Если есть идеи, так давай, делись. Давай, давай. Должно быть что-то. Стоп, да. Бежим в катакомбы. Надо идти вниз. Вниз? Вообще-то выход в другую сторону. Либо туда, либо все умрем здесь. К восточным воротам! Мы там стены заминировали, да? Живо к воротам! Так. Отступаем, наверное. А, сука, блядь. Никак, да? Беги, чувак. Ник. А, это если типа с друзьями играешь, то есть переключается. Так, держись по центру. Центр, идем по центру. Мидыш на стенах. Почему ты не уверен? Я зря переживал, думал, сейчас Джексон умрет. Их слышно? Взрыв нас отрезал. Идем дальше. Ну, привет. Мой друг недоволен. И я заметил. Что там было? Твой друг какой-то слишком нервный. Прям бесит меня. Если ты опустишь оружие, это может его успокоить. انت مش في مكان تحدثي. Ну давай, рискни, блядь. Мы могли бы стать близкими друзьями, если бы на секунду забыли, в форму какой страны одеты. Аш Ахбан, молчать! Предлагаю просто захуярить этих уродов. Что скажете, сэр?
Мобилуи! Решайте, сэр. Нам нужна их помощь. Взять их. Нам нужна их помощь. Они помогут нам. Это враги, Ники. Мы должны помочь друг другу. Салим, хорошо. По-другому никак. Это они. Надо открыть эту дверь. Чего вы стоите? Ну! Даже не думай. Блять, Джейсон, враг нашего врага, друг. Вперед, ну давай. Черт, к ним, я прикрою. Боже, вперед. Лучшее место во всем мире. Бля! Переживите штурм. Бля! Сука! Блядь, что вообще происходит? Так, Балата последним умер в катакомбах храм. Балата воскрес, став нежитью. Сука, это Балата ему шею свернет. Так. Спятие. Курс изменен. Блять! Нику кто-нибудь поможет? Нику, блять, помогите!
изменен. Ник был ранен. Сален был ранен. Салим. Блять. Блять, нет. Нет. Он Эрика схватил. Спасти, попробуем. Блять! Курс изменен. Инфицировал ее. Эрик! Блять. Эрик, педрила, куда ты убежал? Так, а этого не просто высушили, да? Они типа кого-то инфицируют, кого-то осушивают. Где-то еще Ник должен валяться в отключке. Бля, пиздец. Я вот я, блядь, на X не нажал, сука. Не связывайся с морпехами. Салим. Так. Не-не-не, зачем? Да блять! Не с места, сука. Все это из-за вас. Если бы вы не напали на нас, ничего бы не было. Я не желаю тебе зла. Клянусь. Еще бы. Винтовка-то у меня. Вообще, я просто рад видеть человека. Я тоже. Так. Мы должны сразу вместе. Твой друг сказал, враг моего врага, мой друг. Это не всегда так. Но если мы хотим выжить, нужно быть заодно. Меч и щит. Многовато слов, как по мне. Но я за. Бля. Телку просрали. Ну ладно.
Если ты в мою сторону хотя бы глянешь косо, можешь не сомневаться. Я тебя прикончу. Какой-то болван не испугает убийцу вампиров. Вроде иначе не пробраться. Один держит ворота, чтобы другой смог пролезть. Да, блядь! Ты в порядке? Серьезно? Тупик. Я найду другой путь. Думаю, тут пройдем. Мне надо расчистить отсюда. Побыстрей! Твари могут быть повсюду. Есть идеи, с чем мы имеем дело? Так. Это вампиры. Не может быть. Мой отец говорил, если что-то выглядит и пахнет как говно, то это оно. Можешь даже не пробовать. Поверь мне, это вампиры. Надо объединиться, чтобы выжить. Да, очень похоже на то. Иди. Я думал, сейчас не успею. Чуть не обосрался, нахуй. Спасибо. Я на мгновение просто застрял. Кидает, убивает. Окей. Сделаешь первым делом, когда мы выберемся. Приду к сыну. Да, что с управлением вдруг стало? Девять вечера. Произошло нечто ужасное. Будучи возле жены, я заметил кое-что у нее в руке. Брошь леди Брэдшоу. Должно быть, она сорвала ее с блузки Брэдшоу во время припадка. Перевернув брошь, я увидел, что она похожа на одно из существ, которых мы извлекли из коконов. Не те ли это демоны, о которых говорила Мэри? Неужто Брэдшоу знала, что мы здесь найдем? Затем труп Мэри зашевелился. Но это была уже не моя жена. Нечто завладело ее телом. Оно прыгнуло на меня. И только прутья клетки спасли меня от его ярости. Да. У тебя вроде есть голова на плечах. Объясни тогда, какого хрена ты воюешь за Саддам? У нас не было выбора.
Что означают знаки на твоей шляпе? Память о павших. Причина сражаться. Причина не хуже других. Отличная причина. Единственная. Не испытываю к тебе вражды. Я не настроен к вражде. Значит, ты новости не смотришь. Слушай. Однажды человек построил свой дом на берегу реки. Пришел паводок, и стены смыло. Пришла засуха. Вода высохла, и он захотел пить. Весь день насекомые жрали его плоть. Но по ночам он говорил жене: у нас всегда достаточно рыбы. Твои люди решили воевать, Джейсон. Думаю, нам пора побыть в тишине. Не, надо уже. У меня уже пальцы устали за сегодня. Бля. Давай. Сука. Думаю, пора валить отсюда. Да что ты опять-то не ходишь? Я думаю, это лазарет. Может пригодиться. Если хочешь засунуть в сумку древнюю взрывчатку, пожалуйста. Химическое оружие уже близко. Какое, бля, химическое оружие? Что за хуйня происходит, химическое оружие, долбоящер? Января 1947 года. Час дня. Диверсант нанес очередной удар, лишив нас пути к отступлению. Мы застряли здесь, с этими тварями. Со всех сторон из стены доносится их писк. Кроу направил свой пулемет в сторону катакомб. Мэри была права. Мы не можем убить то, что уже мертво. Нам остается только одно.
обрушить этот храм на чудовищ. Даже если мы сами окажемся погребены вместе с ними. Они не должны покинуть это место. Вздолбали эти, бля, звонки, господи. Что за, бля, люди такие? Трисоните, нахуй ты. То есть, чтобы он не нападал, надо не бояться. Я не боюсь. Так, выход. Пещера. Что бы там ни было, археологи добрались туда первыми. А ну, погоди. Ты что? Думаешь, они живы? Да ты оптимист. Что еще остается? А сколько время вообще? Моя жена. Да. Нет. Можно знать кого-то много лет, но мало знать о нем. Я не знал, что капитан был женат. Тот ублюдок, который был с тобой? Он не выжил. Тем лучше. Одним врагом меньше. Когда-нибудь ты пожалеешь о таких словах. Жалеть не про меня. О, здесь что-то было зеленое, меня будут сейчас кидануть, попасть в монстра. Здесь на каждом шагу сюрпризы. Дерево какое-то. Что ты думаешь? Никогда такого не видел. Видишь подъемный трос? Археологи туда спустились. И вряд ли выбрались назад. Лебедка работает. Нет. Нет?
Мы туда не пойдем. Археологи не выбрались, ты это понимаешь? Мы не археологи. Наш мир наверху, а не там внизу. Между нами и нашим миром армия монстров. Они близко, поджигай. Безумец, если у вампиров есть логово, оно внизу. Ты хочешь сражаться у них дома? В этой стране я только этим и занимаюсь. Запускай подъемник. Так, сейчас опять отбиваться, да? Без битвы. Древний ужас пробудился ото сна и жаждет крови. Посмотрим, скольких поглотили тени. Рэйчел сумела вернуться к свету. Неплохо. Все живы. Но не расслабляйтесь. Их жизнь все еще висят на волоске. Будем надеяться, с сержантом Кейм не случилось никакого несчастья. Поглощенные бездны редко могут рассказать, что до Джейсона и Салима заклятые враги никак не могут зарыть топор войны. Скорее предпочтут нанести удар. Не хочу прослыть негостеприимным, но время не на нашей стороне. Я встречу ваших подопечных за финишной чертой. Или похороню возле нее их останки. Скотина. Ладно, на этом все. Так очень долго играли, поэтому... Давай, удачи тебе. Пауза. Все.